Вояж на чужой машине закончился задержанием. Очередное происшествие в Тутаеве. Детали узнаем прямо сейчас на прямой связи со студией. Руководитель пресс-службы областной полиции Марина Какуева. Марина, здравствуйте. И вам слово. Александра, здравствуйте. В Тутаеве полицейскими раскрыт угон. Сотрудники ГИБДД на маршруте патрулирования выявили мужчину, по внешним признакам находившегося в состоянии опьянения, который сел за руль автомобиля и поехал. Установлено, что он перед этим распивал спиртные напитки с малознакомым. Когда владелец автомашины уснул, взял ключи и поехал на чужом автомобиле в магазин. Отделом дознания МО МВД России Тутаевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напоминаем, при совершении любого правонарушения преступления незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02-102. Александра. Спасибо. На прямой связи со студией была начальник пресс-службы областного МВД Марина Какуева.